Действительно, о перемирии говорится на Украине очень давно. И мы уже на протяжении такого долгого времени наблюдаем, что никакому все-таки результату они в своих переговорах не пришли. И мне кажется, что до тех пор, пока обе стороны не смогут найти какие-то точки соприкосновения, невозможно говорить о мире на Украине, потому что мы знаем прекрасно, что в Киеве настроено очень серьезно, что там бомбят и бомбить будут, а, конечно, Донецкая республика и Луганская, они отступать тоже не хотят в свою очередь. Мне кажется, что, конечно же, имеет место быть та теория, что и Европа, и Соединенные Штаты тоже внесли свою лепту в этот конфликт. И, возможно, если удастся каким-то образом ограничить их влияние на нынешнюю киевскую власть, то, возможно, также удастся прийти к какому-то перемирию.